было, значит, да, родных, да, и они разъехались потом. Они туда приехали, получили там какие-то деньги, им давали там, значит, так, на переезд. А потом они там поразъезжались кто куда, там, кто, значит, на Алтай, кто там это самое, еще там куда-то там, на Дальний Восток. Вот так они разъехали. А вот вы про себя расскажите, пожалуйста. А как ваш по отчеству? Александр? Константин Александрович. А, Константин Александрович. Да. Это ваш папа Александр. Он погиб в Кировоградской области, дед наш. Его отец погиб в Кировоградской области в 43-м году. Угу. 19 ноября. А, ну понятно. День ракетных войск и артиллерии. А вы про себя расскажите, пожалуйста. Когда вы родились? Какого числа, года? Я родился в 48-м. То есть, это сын родился? В 28-м году. Ага. Он 28-м. Мой отец 26-го года. Я в марте месяце на Сараке 22-го. А, ну да, правильно. Ну, ясно. И всю жизнь прожили здесь, да? Жил все время я здесь. На одном месте. Колхоз здесь был какой-то, да, наверное? Колхоз, он работал в строительной организации. При колхозе. Константин Александрович, вы сидите, пожалуйста. Неудобно, вы же... Я вот так, чтобы вам удобнее было, вот так лучше стану перед вами. Ой, козочка какая красивая, да? Ягненок. Ну, ягненок, да?